По счету. Очередная часть ностальгического видеопрохождения игры Resident Evil. Часть четвертая. В общем, четвертая часть. Leon, how you holding up? Bad question. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Так, ну это мы уже с вами видели. I'll take a look at it. Thanks. Это обучение. Боевки. Значит, эта локация интересна чем? Здесь будет очень много зомби. Ну, они не зомби. Как мы потом выясним. Очень много местных жителей, которые попытаются Леона Кеннеди прибить. Так, на полицейского мы все видели. Ну, технология прохождения данной локации. Нам нужно примерно 5 минут продержаться. В принципе, можно бегать кругами от них. Но при этом быть очень осторожными. Так, ну можно устроить им небольшой геноцид, потому что во втором, по-моему, доме по левую руку находится дробовик, помповое ружье. А вот дома по правую руку не забегайте, ну нафиг, потом все это мы с вами обследуем, потому что оттуда выйти невозможно. Давайте сейчас их сделаем, по-хитрому обойдем. Сможем его зарезать по-тихому. Заметим. Блин, а что он наверху делал, а? Тут еще один забавный момент, но это фишка. Японцы. Тут бегают курицы. Если их напугать, из них выпадают яйца. Яйцами можно лечиться. Вот. Что-то я не туда побежал. А, не туда. Небольшая катсцена. И вот самый опасный противник здесь, по крайней мере, чувак с бензопилой. Та еще скотина. По идее, можно заблокировать внизу окно. Главное, смотреть гранату. Переключаемся на дробовик. Стоп, секундочку. Да-да-да-да-да. Стучитесь, нахуй. Надо чек тут. И такие лестницы можно скидывать. Прикиньте, выше. Вообще офигеть, с таких. Ну давай, давай, иди сюда. Можно выскочить. Пробежать вот сюда. Здесь есть алмазик, по-моему, если ничего не будет. Да. Если вы заметили, там есть колокольня. Не вариант туда забираться. Дело в том, что эти паршивцы... Нет, не пацан, я уже спрыгнул. Эти паршивцы каким-то макаром умудряются из своих анальных отверстий доставать коктейли Молотова и спокойно вас закидывать. Яйцо из курицы мы возьмем, конечно. Ой, опять я не туда. Курица. По идее, вот народ обычно вот здесь держит оборону, в этом доме. Ну нафиг.
Не хочется рисковать. Очень сильно напрягает звук бензопилы, работающий. Просто нереально. Так, еще одна трава. Она не зеленая. Кстати, из коровы навоз лечебный не выпадает. Даже не пытайтесь. Проверь. Опс, тормоза. Развернуться, разворачивайся, Леон. Ну да. Ну, лестницу все равно поставит, по сути. Обычно в такие моменты, когда он смотрит сзади, подкрадывается и дает нам под толстый наглый морды. Сейчас этого не дадим сделать. Вот. Ай-яй-яй. Все. Следующая толпа пошла. Сопротивление, она чуть больше лечилки нам дает, но сейчас вот подлечимся. А нет, у нас яйцо же есть, давайте яйцо сожрем. К сожалению, здесь невозможно передвигаться во время стрельбы, так что будьте осторожны. Кстати, кидануть мне гранату. Давайте попробуем. Давно это было. Сейчас попробуем. Где сюда? Идите. А. Сразу дает. Корову убить можно. Ничего вкусного там вы не получите. Даже не пытайтесь. Гаденыш, нет, нет. Это что ты сдохнешь, скотина. Извиняюсь, что-то с управлением нет. Что такое? Что случилось? Кого позвали? У этого гаденыша с бензопилой мы грохнули. Пошли. Все куда подальше. И свалим лучше. Не просто ты, бессил! Давайте же, блин, когда этот долбанный колокол-то возвестит, что все, конец атаки. Слушай, у тебя пузо, как у Гомера Симпсона, блин, не простреливай, ни хрен. Почему с этого 10 штук можно снять? По-русски-то. С того, кто с бензопилой. Патроны катастрофически кончаются. Кто не играл как бы Resident, здесь одна особенность. Здесь есть торговцы, но у них можно только апгрейдить или покупать оружие. Патроны, они находятся только на уровне. Просто так их купить нельзя. Вот это место чем хорошо, просто вас сзади не обойдут.
тогда не вот так хорошо падают, все. Что здесь? То есть побрили в полной несознанке. Лорд Саттлер. Название игры. Where's everyone going? Bingo? Петь Ханиган. Ханиган, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Ну, то есть он сообщил, что с этими, у меня плохие новости, что-то с этими людьми как-то не так. То есть они ведут себя как-то неправильно. Она его, ему сказала, что Леон, выбирайся оттуда, но сначала там заберись там на башню, что ли, как-то в этом роде, смотрись вокруг. Ладно. Давайте сейчас плюшки пособираем. Что осталось? Красная трава, она как раз комбинируется вот с этой. Селекшн, ну, чтобы более удобно можно было перемещать предметы в подсумке Леона. Ну, как вы знаете, если кто не знает, здесь подсумок не бесконечный. Вот. Его можно апгрейдить. Торговца, которого мы встретим. Говорит, что вроде бы все обычно, но что-то, блин, не так в датском королевстве. Так, вот здесь забыл я про эту гранату. Это зажигательная граната, поджигалка. Эффективно против толп этих мобов. Как это думаю. Корова. У тебя точно ничего полезного. Нет, просто мухи летают, ладно. Здесь мы, по-моему, собрали, да, эту шнягу. Значит, нам нужно попасть вон через ту дверь, в которую толпа ушла. Но ключа у нас, естественно, сейчас не будет. Поэтому все не так просто. Текстуры тут. Это быстрый разворот Леона. Встречаются такие замки. Ну, можно оружием их фигачить. Слишком грязная кровать. Чья-то кровь на ней. Но обычно я предпочитаю ножом. Все это. Все замки сбивать. Так, подождите, нам нужно вооружиться. И просто перезарядку делаем. Ну, вы извините, что я постоянно в инвентарь залезаю, но тут без этого никак не обойтись. Особенность игры. Колокольня, якобы колокольня, давайте на нее заберемся. Здесь, по-моему, лежат патроны для дробовика, если ничего не путаю. Да. Вот куда я вам не советовал залезать, потому что закидают на ура. Так, это
дома по левую сторону проверили. Первый дом, в него попасть нельзя. Этот дом мы проверили. Давайте еще раз обыщем. А, вот сейчас мы хрен... А, нет, можем открыть. Дом, где был дробовик. Патроны. Сверху, походу, мы ничего не забыли. Да. Здесь был дробовик, патроны и гранаты. Алис. Здесь еще одна особенность есть. Есть компания за Аду. Она проходится одновременно как бы с Леоном. То есть, вернее, как Ада проходит одновременно с Леоном по тем же самым локациям, где он был. Вот есть такие фишки, только Ада туда может забраться. Например, вот туда вот. Там лежит, по-моему, один из алмазиков. У нее есть специальный пистолет, кто не помнит, с тросом. Так, ладно. Еще сарай. Тут нифига. Это просто тупая замануха, видать. Забыл сказать, вот помните, мы с вами так вот здесь можно собирать разные полезности, вот, читать в третьей части, по-моему, там проходили, там в сарае женщина приколотая вилами к стене. Вот если к ней подойти и нажать на кнопку интереса, там чек, то есть Леон как бы выразится так. Надеюсь, что это не мужская эмансипация, что-то в этом роде. Ну, так, шутка. Он обсуда. А, вот здесь вот, блин. Так, по поводу вот этих, видите, эмблемок. Значит, не помню, сколько их нужно собрать, но я постараюсь их собрать. Тогда торговец вам бесплатно выдаст один из пистолетов. Сохранимся здесь. Здесь тоже такие бичи бегают. Нам не говорят. Так, туда же сохраняемся. Сейчас вот подойдем отсюда. Ну, сама туда положила. С перепугу. Вот 15 голубых медальонов, 7 на ферме, 8 в церкви. Короче, попробуем собрать медальоны. Ну, для начала нужно разобраться с местным народным населением. По поводу вот этого вот ожерелья. Значит, для начала нужно отстрелить вот эту палку, чтобы... Это выгребная яма, чтобы он туда не упал, иначе торговец меньше денег туда не выдаст. Сейчас дайте определиться, где лучше защищаться-то. А, вот там. Курица вообще прям... которые вас с этой хренью кидают. Ее можно отстрелить, по идее.
Нужно этого гада грохнуть. Опять полетайте. Ну, так можно какое-то количество времени просто их поскидывать. Форные ссыки, вот опять там пары кидают. Да уже достали там своим топором. Ах ты сволочь. Сейчас, секунду, мне придется все-таки яйцо сожрать. Белое яйцо. Много жизни он, конечно, не дает. Иногда блин помогает реально. Все, меня уже затрахали. Можно найти всякие лут в таких шкафчиках. Так, давайте, блин, самое сложное это прицелиться. Это вам не мышка, блин, это контроллер. Раз из 15. Прыг. Обратно лестницу на всякий пожарный поднимем. Внимание на звуковое сопровождение, очень атмосферное, мне оно реально очень нравится. Да, 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 оно может быть сломано. И вот, видите, я еще пока забыл все, я путаюсь иногда в клавишах контроллера. Так, ладно. Что тут у нас? Еще одна какая-то хрень. Патроны. Так, это продается торговцу. Некоторые вещи, они могут, так сказать, быть улучшены. То есть, например, вы подбираете какое-нибудь ожерелье, да? И через какое-то время где-то там находите камешек. Можно вставить в ожерелье. Три камешка. Это еще кто? А, ты мужик, ну ладно, давайте сюда. Un forastero! Не, ну яйца у вас просто железные. Можно и ножом. Только не мучиться. Итак, давайте. Делаем так. Блестит скотина. Патрон потратил только, блин, зря. Что делать? Что? Можно жижу проверить. Да. Так, курица в этом мне еще пару яиц отложили. Хорошо, не пару кирпичей. Это хорошо. Видите, они тут носятся подурно. Ну, вроде бы мы всех здесь изничтожили. Давайте очищать локацию от всяких вкусностей. Сейчас. Еще один медальон висит. Тоже какие-то близняшки валялись.
отодвигается. Значит, как каким-то другим способом можно туда попасть. И, по-моему, через верх. Я ничего не имел в виду. Имел в виду не через постель, действительно через верх. Это бокал. Не помню, что туда вставляется, и я заморачиваться этим не буду. На эту тему очень много есть видео в интернете, так что ну, вы тоже не заморачивайтесь. Так, где наша карта? Давайте посмотрим, куда же нам бедолагам идти-то. Так, ну вот сюда правильно я все сделал. Пойдем сейчас там. Будет тоже заруб не детский. С патронами у нас как так себе, но жить можно. Так. Блин, а вот сейчас будет, блин. Я не помню, какие клавиши нажимать. Они каждый раз рандомно. То есть это хрень здесь не просто так. Сейчас QTE будет. Ну, я могу сфейлиться по-любому. Обычно я фейлюсь. Просто не помню, какие клавиши вообще нажимать, блин. Да-да-да-да-да-да-да-да, давай, красавчик. Yes. С первого раза. Хорошо. Смотались, что характерно. Дорогу мы это пробежали. Упс. Не надо в меня кидаться всяким говном. Это они еще наверху, что ли, находят? А, на мосту. Слушайте, ребята, а может вы упадете? Не хотите падать, прошивцы. Ну, хоть сдохни. Ну что такое? Не можешь с моста спрыгнуть. Если враг не сдается, его что? Да, уничтожают. Так, вот здесь вот два. Спинла, блин. Ну, сейчас появятся дураки, которые будут нас кидаться динамитными шашками. Тоже неприятный момент. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ну вот, например, стоит животное. Очень сложно попасть в динамитную шашку, но если вы в нее попадете, ему настанет тренда. Ах, не достал-то нас. Хорошо, к ближним подходит. Я, похоже, в динамитную шашку-то и не попаду. Не пробиваем, что ли? Или я не попадаю? Не попадаю. Вот, взрывайся, сволочь. Смятку. Так, осторожно, здесь, по-моему, есть еще растяжки и как они? Капканы. Тяжкая капкан. Вот там наш друг Иван Лапшин стоит, ждет нас. В
нам снял. Молодец. А, это из дома прилетает. Уже совсем обнаглели. Из дома уже кидаться начали всякие. Неприятно ощущение. Да, взять. Сразу же отсюда смотаться. Вообще-то можно туда гранат закинуть, чтобы совсем весело было. Там есть одна фишка, я правда не помню, каким образом я это делал. То есть они там внутри там друг дружку кидали, взорвались. С ними сталкиваться можно просто пробежать, тоже не выход из положения. Так, хорошо, патрон. Японский городовой. Сам же на своей подорвался, да? Или что-то еще же? Не видать. Да, сам и подорвался. Молодца. Кстати, здесь еще одна растяжка стоит. Что, попробуем туда им гранату вкинуть? Может, их там несколько. Внутри дома. Очень опасно. Нет, не помню я. Я вот через другой дом. Блин, через другое окно кидался. Вот, сука. Сейчас. Будем лечиться. Почти всю жизнь сожрал. Ну, оно и понятно, вроде бы динамитная шашка. Так, все, да. Так, еще один капкан. Все в капканах, да. Не, ну походу они там тоже друг дружку подорвали, блин, кстати. Я не уверен. Ну да. А, молодцы, блин. Молодцы, пацаны. Нельзя быть ни в чем уверенным до конца. Не поднимайся. Здесь граната. Что? Новая дверь, говорит. Ну, вы поняли. Так. Сейчас мы встретимся с двумя действующими лицами. Двумя персонажами. Один плохой, другой получше. Тоже себя подорвал, который нас первым начал кидаться. Так, идем сюда. Здесь, по-моему, больше ничего нет. Давайте посмотрим. По-моему, нет. То есть никаких плюшек. Туда пройти нельзя. Так, вот замок. Сшибаем, открываем. Прежде чем пойти, естественно, сохранить, потому что опасненько так будет. Так, золотишко. Так. Сейф туда же.
она твоя, молоко тебе принес, блин. Как сейчас дам нога в живот, будешь быстро уходить. Растяжки снимаем привычным способом. Одного не могу понять, оперативник ли он из КН. Оперативник. Чего у него такая прическа? Это ж ужасно, так скажем, мешает при стрельбе вообще. Вот это еще откроем. Так, зеленая трава. И снится нам не рук от космодрома. Зеленая трава. Так, давайте сейчас будет как-то сцена у нас. Видите, кто-то в шкафу там пытается из него выбраться. Давайте поможем. Like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The beach. What? Сохранимся. Ну, на статистику никто не смотрит. Ну. Так, сейчас тоже что-то нажимать надо будет. Feeble humans, let us give you our power. Unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up. Ay-ay-ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Опять кутые. Опять не помню, какие клавиши нажимать. And who might you be? Ни X, ни A, блин. Me llamo Luis Serra. Вообще не определились. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policía. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in the lab at the department.
Ты мой, а мотай. Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. От пут. Сейчас первый раз встретим с вами торговца. Сам появится. Так вот брутально, чувак. Over here, stranger. Так, патроны для снайперской винтовки. Это нам намекают, что хорошо бы ее приобрести. А сразу ворот не ломимся, потому что вот нужно посмотреть там. Достаточно много противников. Но они могут численностью задавить или закидать всяким. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. Сейчас продадим. What are you selling? Спиннеры. И вот это вот за 10 тысяч безделушку. Is that all? Это... Thank you. Пивную кружку пока продавать не буду. Что мы можем приобрести? Значит, за 24 штуки можем приобрести увеличенный. What are you buying? Рюкзак и карту за 3000. Но нам нужна винтовка снайперская. Или, блин, даже не знаю. Так, ладно. В общем, сделаем так. Is that all, stranger? Увеличенный кейс. Thank you. Is that all strategy? Автоматический автомат. Сказанул. Is that all? Дальше автомат. Вот. Ладушки. Кейс чуть-чуть увеличился, но. Так, Treasure Map — это карта драгоценности, которая есть вот на этом уровне. По идее. Is that all, strange? Так, здесь снайперский прицел для винтовки. Мы, к сожалению, уже его купить не сможем. Да вообще ничего не сможем купить. Значит, РПГ здесь исключительно для того, чтобы больших босяр валить по-быстрому. Вот здесь еще есть тюнинг. Знаете, хендган тоже ничего не может. Шотган тоже не может. Винтовку... можем. Пока не можем качать. Ну ладно, я надеюсь, мы сейчас с вами насшибаем бабла. Не забудьте сюда заглянуть. Здесь патроны и зеленая трава. Сразу же давайте попробуем. Вернее, красная трава с зеленой травой. Вот так вот, знаете, послушает человек в нормальном, трезвом рассудке, усомнится в моем рассудке, траву с травой объединить. Ну, если японцы так сделали игру, что ж поделать? Трава с травой. Здесь, по-моему, еще что-то есть. Да. Так, это уже
прицел есть, но не такой хороший, как бы мы могли приобрести. Так, зум. А, естественно, дрожание винтовки по-любому будет. Так что выбирайте, чем будете пользоваться. Там показывают эту локацию. Так, видео и так достаточно длинное, поэтому... Это была четвертая часть ностальгического видео прохождения игры Resident Evil 4. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.